День космонавтики отметили в Люберцах. По традиции, первыми это большое событие отпраздновали в техникуме имени Юрия Гагарина. В празднике поучаствовали студенты, космонавты, первые лица округа, а также депутаты Государственной и Московской областной думы. День космонавтики для Люберецкого техникума – праздник особый. Ежегодно в эту памятную дату здесь чествуют всех космических первопроходцев и, конечно, Юрия Алексеевича Гагарина. В знак почтения студенты выпустили в небо воздушные шары. После почетные гости возложили цветы к памятнику легендарного гражданина Вселенной. Когда человек вышел в космос, когда он преодолел стратосферу, это произошла действительно новая эра наступила. И поэтому, мне кажется, важно приехать именно сюда, потому что много мест, связанных с космосом. Но там, где Юрий Алексеевич Гагарин начал свой путь, это здесь. Это у нас в Люберцах, в нашем тогда училище, теперь техникуме. Именно поэтому в середине апреля Люберецкий техникум традиционно принимает деятелей, которые напрямую связаны с космонавтикой. Да, учреждение не готовит и не готовило космонавтов, однако всегда давало достойное образование и воспитывало молодое поколение. И то, что он впоследствии стал космонавтом, видимо, вот это было заложено здесь, именно в училище, потому что были привиты такие чисто мужские качества, где нужна и работоспособность, и труд, и усилие, и физическая выносливость. Это все дало то, что мы получили в конечном итоге первого космонавта нашей планеты. Активно в мероприятии поучаствовали и сами студенты Гагаринского техникума. Для гостей торжества они устроили тематический концерт, прочли стихи, спели песни и показали документальные фильмы. Анна Троян, Дмитрий Ратянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.